Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Kia Optima. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, несколько кусков фибры. На задних арках по такому небольшому квадрату вибры. А это в автомобиле самые шумные места. Задние крылья голые. Задние двери, пару полосок вибры. Слышите, как звенит металл. И передние двери ничем не отличаются от задних, также пару полосок вибры. Пол более-менее вибры пролит. И по мнению владельца данного автомобиля, шумоизоляция все равно слабая, поэтому приступаем клеить